Николай Рыбников женился на Алле Ларионовой, зная, что она беременна от другого мужчины. Алену он воспитывал как собственную дочь, не делая никаких различий между ней и родной дочкой Ариной. Девочки выросли вместе, но судьба их сложилась по-разному. Николай Рыбников и Алла Ларионова вместе учились в ВГИКе на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Николай был очарован красивой, талантливой блондинкой, но девушка считала его просто хорошим другом. 20 лет Алла сыграла Любаву в фильме «Сказки Садко» и вскоре уже считалась одной из самых красивых и известных советских актрис. Среди ее поклонников были популярные актеры и влиятельные поклонники. Завистники судачили о вечеринках, во время которых Ларионову якобы купали в шампанском. В 1956 году, снимаясь в фильме «Полесская легенда», Алла Ларионова влюбилась в актера Ивана Переверзина. Иван был на 17 лет старше Аллы и имел репутацию сердцееда. Но девушку это не остановило. Вскоре Ларионова поняла, что ждет ребенка от Переверзеева. Иван не планировал серьезных отношений с Аллой, да и детей от нее не хотел. Параллельно он встречался с красавицей Кирой Канаевой, которая тоже была от него беременна. Ларионова рассказала о своей беде Николаю Рыбникову. Тот, недолго думая, повез ее в ЗАГС. Он был счастлив помочь женщине, которую любил все эти годы. Родившуюся дочь Алену Николай называл своей и никогда не делал разницы между ней и родившейся через 4 года их общей дочерью Ариной. Иногда даже казалось, что спокойную Алену отец любит больше. Алена и Арина не унаследовали красоты своей матери, особыми талантами тоже не отличались, неважно, учились в школе. Родители очень любили дочек, но их воспитанием им никогда некогда было заниматься. Окончив школу, старшая Алена решила связать свою жизнь с телевидением и со временем стала неплохим режиссером монтажа. Она вышла замуж, но брак был бездетным. У младшей Арины судьба сложилась не так гладко. Беспокойная Арина так и не смогла найти своего места в жизни. Некоторое время она работала полиграфией, а в 1990 году ее отец ушел из жизни. После этого жизнь девушки пошла по наклонной. Она связывалась с сомнительными компаниями, сама пристрастилась к крепким напиткам. У Арины был сожитель, который разделял ее интересы. Детей она не имела. Алле Ларионовой было тяжело ужиться со своей взрослой непутевой дочерью. Она решила разменять пятикомнатную квартиру. Алла не стала в 2000 году. Арина пережила мать на 4 года, не дожив до своего 43-летнего дня рождения 2 дней.